Привет! Я хочу продемонстрировать, как работает Sara Dictation версии бета с русским языком, ну и с английским. У нас есть файл. Откуда его скачать и куда его положить, смотрите в комментариях. Нам нужен iPhone. Вот у нас есть iPhone. Мы предварительно скачали и установили сюда Сару. Вот она у нас есть. В активаторе нам необходимо установить на кнопку «Везде». Это действие показывает действие приложения в любых приложениях. И на тройное нажатие на кнопку «Home» мы поставили Sara Dictation. Для того, чтобы активировать Sara Dictation, нам необходимо будет трижды нажать на кнопку Home. То есть мы трижды нажимаем, раз, два, три. У нас запускается приложение, и теперь оно готово нас слушать. Все, что я говорю, сейчас записывается. Сейчас Сара распознает это все. Вот вы видите. Она запомнила. Давайте я повторю. Привет все! Это демо-ролик. Для того, чтобы вставить текст, необходимо просто нажать кнопку «Вставить». Точно так же Сара понимает и английский язык. Сара очень хорошо воспроизводит то, что вы говорите. Она очень хорошо его конвертирует. В Сару встроен независимый конвертер распознавания голоса. Соответственно, никакие запросы не уходят в интернет, что очень радует. Теперь попробуем сказать на английском языке, что она выдаст. Hello world! Все очень просто.